Добрый вечер тем, кто в аудитории, тем, кто к нам в Zoom присоединился. Так, меня зовут Михаил Житлухин, ну, многие из вас меня знают. Это будет курс, посвященный мартингалам. Так, тем, кто в Zoom, если вдруг меня не слышно или не видно, то, что я буду писать, вы говорите, мы вас слышим, как-нибудь это попробуем тогда скорректировать. Вот, когда я буду писать, вы сами переключайтесь на... Там вот есть видео, есть демонстрация экрана. В Zoom сами переключайтесь на видео между демонстрацией экрана, и тогда будет видно, что на доске и что на слайдах. Я буду и на слайдах, и на доске писать. Ну, значит, курс у нас будет посвящен теории мартингалов. Мартингалы – ну, это такой важный элемент стохастического анализа, важный объект. Мы будем рассматривать сначала это в дискретном времени, потом в непрерывном. Почему нам это в основном будет нужно? Ну, в непрерывном времени мартингал является таким объектом, по которому можно определить стохастический интеграл. В частности, например, броуновское движение является мартингалом. И во многих приложениях это оказывается очень нужно, многие модели на этом основываются. И вот этот курс посвящен тому, чтобы познакомиться с мартингалами. Сначала с простого случая, когда у нас время идет дискретно, а потом, когда у нас время идет непрерывно. Ну и посмотрим различные приложения, если у нас останется время. Так, ну вот я буду читать это частично со слайдами, частично с доской, как я сказал. Значит, слайды я буду загружать, я вот вам дам ссылку. Ссылки здесь нет, но я сделаем так. Тогда я напишу свой адрес. Да, во-первых, на Матнете есть страница этого курса. Если вы зайдете на сайт Стекловки, там есть научно-образовательный центр, есть список курсов, зайдете на страничку этого курса, там нужно будет зарегистрироваться, написать свой e-mail. У меня будут все ваши e-mail, всех слушателей, я потом смогу вам посылать сообщения, материалы. Но пока это все соберется, там это может быть неделю-две займет, если вот хотите получить слайды, материалы, напишите мне на почту, я вышлю. Вот мой адрес, Михаил Зеташ, Мирасов. Тут будут и слайды, и в конце этого курса будет экзамен для желающих. То есть можно, например, этот курс на Мехмате зачитать, к экзамену будут задачки. Задачки я тоже буду выкладывать после каждой лекции, вот полезно их будет порешать. Ну, а каждый слайд, вот каждая лекция у меня будет содержание, это то, что мы сегодня поговорим. А вообще, о чем этот курс? Ну, вот я сейчас дам такой на одном слайде очень быстрое введение, что такое мартингал и что у нас будет. Мартингал – это случайная последовательность, ну или процесс, такая, что в каждый момент времени наилучший прогноз будущего значения является текущее значение. Значит, как это понимать? Можно это понимать так. Ну, пример проще всего рассмотреть. Вот у вас есть пример мартингала, такой базовый пример. Это случайное блуждание. Рассмотрим величины ксиита. Они независимы с нулевым средним. И образуем частичную сумму. Так, если надо ли что-то напомнить вот, про независимость, про случайные величины. То есть я предполагаю, что курс теории вероятности более-менее знаком. То есть тем, кто слушает в Zoom, это тоже относится. Если что-то нужно напомнить, вы мне говорите. Можем это обсудить. Значит, ну, вот если мы посмотрим на это случайное блуждание. Допустим, мы сейчас находимся в какой-то момент времени n. И вот у нас есть значение xn. Значит, что можно сказать про следующее значение? Какое оно будет в среднем? Ну, да, это будет xn плюс xi n плюс 1. Поскольку среднее кси – это 0, значит, в среднем мы останемся на том же месте. Это как бы не значит, что мы все время остаемся на одном и том же месте. Вот в среднем, в каждый следующий момент времени, мы остаемся на текущем значении. И каждый раз это значение другое, это не 0. Потому что как только мы видим следующее значение, у нас позиция обновляется, и мы переходим в другое значение. Вот это пример мартингала. Ну, другой пример, который мы сегодня тоже увидим, это можно, например, здесь написать не сумму, а произведение и взять среднее равное единичке. И почему я говорю прогноз, наилучший прогноз на будущее? Что понимается здесь под прогнозом? Ну, как прогнозировать значение? Ну, вот самый простой прогноз – это ожидание.
такое спрогнозировать случайную величину, сказать ее ожидание. Можно дать этому строгую интерпретацию. Можно сказать, что вот ожидание – это величина, которая минимизирует среднеквадратическое отклонение. Тоже дальше это обсудим. Поэтому здесь можно сказать следующее, что ожидание следующего значения при условии того, что все, что мы знаем до текущего значения, равно текущему значению. Здесь нам потребуется понятие условно-математического ожидания, мы его сегодня разберем, и вот это будет основное определение мартингала. Условное ожидание значения следующего равно текущему значению. Ну и, как я сказал, будут две части. В дискретном времени, можно сказать, что такое следующее значение. Значение n, значение n плюс 1. Ну и будет еще непрерывное время. В непрерывном времени сказать потруднее. Ну, можно сказать, что такое значение в любой следующий момент времени. Но там будут отдельные вопросы, мы этим займемся потом. Так, ну вот я сказал, что такое мартингал, так в общих чертах. Вот такими последовательностями мы будем заниматься. А по поводу литературы в дискретном времени, уширяя его вероятности, 8 глава посвящена мартингалам. Ну вот этот курс будет такой, некоторая выборка из этого материала. А вот по непрерывному времени, ну вот основные источники вот здесь вот. Ну что-то я буду свое добавлять, ну когда перейдем к непрерывному времени, посмотрим. Так, первое, с чего я сегодня начну, это вот как раз с условно-математического ожидания. Ну, потому что, не знаю, вы знакомы с условно-математическим ожиданием? Потому что когда я помню, на мехмате это обычно в теории вероятности, в курсе теории вероятности либо не затрагивается, либо там так, на последней лекции, потом это на статистике, в той мере, в которой это нужно для статистики, а потом уже на случайных процессах уже предполагается, что вы уже все знаете. И поэтому так это проходит. Немножко обходит это. Все обходят условно-математическое ожидание. Но это полезная очень концепция. Мы ее сегодня разберем. Что такое условно-математическое ожидание? Потому что определение мартингала, как я сказал, там центральное место занимает условно-математическое ожидание. Я буду здесь я буду кратко, то есть я доказательства буду пропускать, но потому что такое-то отчасти это известный материал, и доказательства здесь не очень сложные, но некоторые довольно громоздкие. Поэтому давайте мы это быстро пройдем. Если доказательства, можно уширять его, посмотреть вероятность. Некоторые моменты мы разберем хотя бы идеи. Значит, сначала надо начать, ну, я просто с идеи начну, со случая, дискретного случая. Когда у нас вероятностное пространство, пусть для простоты, омега множество исходов конечно, сигма-алгебра – это множество всех подмножеств, ну и вероятность какая-то задана. Можно определить условное математическое ожидание случайной величины относительно события. Ну вот надо взять определение условного ожидания, обычного ожидания. Да, то есть вы помните, как ожидание определяется. Это значение, берем x от исхода, умноженное на вероятность и сумму. Ну а заменим обычную вероятность на условную вероятность при условии события. Я надеюсь, что все помнят, что условная вероятность... Если есть два события, вероятность А при условии Б, вероятность пересечения, вероятность условия. Ну, конкретно здесь написано в качестве этого первого события сам исход, в качестве второго события, ну, вот некоторые условия. Ну, может быть, надо было здесь поменять местами букву, но это не суть важно. Ну и несложно видеть, что эквивалентно можно записать это так. Можно просуммировать по всем значениям вероятность того, что x равно x маленькое при условии А. Так же, как вы это, наверное, знаете, как доказывать для обычных ожиданий, просто нужно слагаемое скопировать. Хорошо, вот это есть условное математическое ожидание относительно событий, одного события. Но дальше нам будет интереснее работать не с ожиданиями относительно одного события, а скорее с ожиданиями относительно, ну, например, случайных величин. Допустим, вот здесь мы знаем, произошло событие А или не произошло, и какое тогда условное ожидание x. А вот пусть у нас есть случайная величина y и x. Если мы знаем значение y, какое будет значение, ожидаемое значение x? Поэтому мы бы хотели определить вот такой вот объект. Ожидание x при условии y. Но прежде чем его определять,
Я начну даже с чуть более общей конструкции, и тут будет понятно, как уже вот это отсюда получается. Мы определим условное математическое ожидание относительно разбиения. Значит, пусть у нас есть разбиение вероятностного пространства на исходы. Ну, разбиение – это вот такая картинка. Вот есть омега, и вот оно разбито событиями. Здесь 4 события. Значит, формально это система таких событий, А1 и так далее, АН, такие, что любые два не пересекаются, и в объединении они дают все омега. Тогда условно-математическим ожиданием относительного разбиения мы назовем случайную величину. Вот здесь вот важный момент, что условное ожидание является случайной величиной на самом деле. Если ожидание – это число, условное ожидание – случайная величина. Она устроена так. Ну, вот это такая сумма. А что здесь, по сути, написано? Здесь написано то, что когда у нас вот это омега, случайная величина, ее значение на исходе, принадлежащем чему множеству аит, равно условному ожиданию x при условии аит. Да, потому что здесь написана сумма, вот эти все события не пересекаются, значит, в этой сумме только один индикатор равен единичке, а все остальные равны нулю. И тот индикатор, который равен единичке, дает ожидание x при условии аит. Ну, то есть я могу это записать вот так. Ожидание x при условии разбиения d на исходе омега равно ожидание x при условии аит, ну, когда вот это омега принадлежит аит. Как это будет относиться к условному ожиданию при условии случайной величины? Мы возьмем разбиение, которое будет порождаться случайной величиной. Ну, раз мы говорим о разбиении, здесь еще также сразу можно уместно сказать, что можно определить ожидание относительно алгебры. Точно так же, только нужно взять ожидание относительно алгебры, нужно взять то разбиение, которое ее порождает. Ну, поскольку у вас вероятностное пространство конечно, значит, как взять разбиение, которое порождает алгебру? То есть нужно взять как бы наименьшее событие, с помощью объединения которых можно задать алгебру. Ну, возьмите все события в алгебру, возьмите все возможные их пересечения, оставьте самые маленькие, то есть те, в которые не входят полностью никакие другие события. Все остальные выкиньте. Будет разбиение. Ну и обратно, то есть у вас есть такое разбиение. Если вы будете брать всевозможные объединения и добавить туда пустое множество, это будет алгебра. То есть есть взаимосвязь между алгебрами и разбиением. Вот поэтому в этом случае ожидание, мы можем писать ожидание относительно алгебры, ожидание относительно порождающего его разбиения. Это будет одно и то же. Ну что можно сказать, какие свойства есть у этого объекта? Значит, ну, довольно очевидные. Так же, как у обычного ожидания, линейность. Линейность, ну как проверить линейность? Надо взять это определение, подставить здесь вместо x a плюс ax плюс b y и сумму разбить на 2. Это вроде бы очевидно. Свойство 2. Если x измеримо, то ожидание x, условное ожидание, равно самой величине. То есть это свойство такое, что если у нас есть случайная величина, измерима относительно этой алгебры, то когда мы считаем от нее ожидание, она как бы ведет себя как константа. Смысл такой, что если мы знаем информацию, которая в алгебре, то есть если мы говорим так, что если мы знаем информацию в этом алгебре, мы, значит, знаем, какое из этих событий произошло. Тогда мы знаем значение величины, то есть она ведет себя как константа. Почему это так? Потому что что значит измеримость относительно алгебры? Ну, измеримость относительно соответствующего разбиения. Значит, что случайная величина должна принимать на каждом множестве из разбиений одно и то же значение. То есть вот здесь вот x равно x1 маленькому, здесь x равно ну, какому-то x2 маленькому и так далее. Не может оказаться так, что мы возьмем одно множество из разбиения, и там есть два различных значения случайной величины. Ну, так, в качестве упражнения подумайте, как это связано с определением измеримости относительно алгебры. То есть прообраз любого числа
x в минус первое от x должен принадлежать алгебре, которая соответствует этому разбиению. Почему это так тоже? Почему второе свойство выполнено? Ну вот посмотрим на определение. Значит, пусть у нас произошло событие А и Т. Тогда чему будет равно условное ожидание x при условии А и Т? Вот здесь вот x при условии А и Т. Но нужно взять здесь вот сумму, можно брать только по тем исходам, которые принадлежат А, потому что иначе будет 0. Берем сумму по тем исходам, которые принадлежат А, и здесь одно и то же значение. И сумма условных вероятностей по всем исходам, которые принадлежат этому множеству А, нам даст единичку. Поэтому здесь вот эти ожидания x при условии а и равно такому значению x этому, и мы просто получаем опять величину x. Ну, можно это свойство вот так вот, два штрих обобщить. Если у нас есть две случайных величины, одна из них измеримо относительно g, какой-то алгебры g, тогда ожидание произведения – это x на ожидание y. Но опять же, интуиция такая, что вот x ведет себя, если она измерима относительно g, она ведет себя как константа. Константу из ожидания мы можем выносить. Ну, доказывается примером точно так же, то есть надо вот рассмотреть здесь две величины, будет произведение – произведение x будет принимать одно и то же значение на каждом множестве а. Третье свойство. Ожидание от ожидания равно безусловному ожиданию. Я вернусь тоже, почему это так. Можно, например, воспользоваться... Ну, что нужно, чтобы посчитать ожидание? Значит, да, вот можно, надо было сказать, заметить, что само ожидание является измеримым относительно этого разбиения. То есть оно принимает одно и то же значение на элементах разбиения. Поэтому, чтобы посчитать ожидание от этой случайной величины, нужно его значение, значение на каждом элементе разбиения, умножить на вероятности. Значит, поэтому значение на каждом элементе будет ожидание x при условии а и t умножить на вероятность а и t. Если я возьму эту вероятность аиты, вот напишу сюда, то там условная вероятность будет пересечение омега, пересеченное с аитом. Ну вот в качестве упражнения завершите эту идею и убедитесь, что действительно это так. Я пока все это довольно быстро рассказываю, потому что дальше я это еще раз повторю для общих случайных величин. И вот там с помощью немножко другого определения будет даже проще доказать эти свойства. То есть не нужно будет вот эти суммы расписывать. Будет общее определение, из которого будет следовать то определение. Для него доказывать будет проще. Свойство 3 можно так обобщить. Называется телескопическое свойство. Если у вас есть две алгебры, одна вложенная в другую, и если у вас есть такое повторное ожидание, то здесь остается та алгебра, в которой меньше событий. Это можно, ну, в дискретном случае это проще с разбиениями, наверное, рассматривать. Что значит, что если у нас есть алгебра G1 и G2, G1 является под алгеброй G2. Как будут соответствующие разбиения связаны? Они будут связаны так, что если это разбиение для... Давайте заново нарисуем. Ну, вот есть какой-то разбиение алгебры G1 и соответствующее ему разбиение D1, ну, допустим, на три множества. Тогда если G1 вложено в G2, это означает, что все события, которые лежат, случайные события, которые есть в G1, есть в G2. Поэтому события из G2 могут получаться так, что мы должны взять события из G1 и как-то их еще разбить. То есть, например, ну вот так вот. То есть события из G1 можно целиком составить из событий G2. Не может получиться так, что вот какое-то событие из G2 оно вот заходит за границу событий из G1. Я сказал, что из G1 я, конечно, имел в виду D1 соответствующее разбиение. Вот. И можно проверить, что когда мы берем ожидание относительно
меньшей алгебры, она и остается. Но вот эта интерпретация такая, что если у вас G1 и G2 – это информация, некоторая информация, которая у вас есть, вы сначала берете ожидание относительно x2, а потом ожидание относительно x1, то вот здесь вот меньше информации, и та которая, информация, которая у вас больше была, она теряется. А вот такой вот вопрос. А вот если я напишу наоборот, ожидание x при условии, здесь было g2, а я напишу g1. Условие g2. Да, будет то же самое. А это потому, что вот эта вот величина, она является g1 измеримой, значит, она является и g2 измеримой. Значит, просто ее можно, вот это условие можно снять. Остается только g2. Ну и последнее свойство. Если x не зависит от g, то тогда ожидание, условное ожидание, равно безусловному ожиданию. Независимость от алгебры, ну, я напомню, подразумевается в следующем смысле. Значит, вероятность того, что x равно x и какого-то события А из этой алгебры равна произведению вероятностей. Это свойство выполнено потому, что, ну, потому что вот это ожидание, вот эта условная вероятность будет равна просто безусловной вероятности. И тогда ожидание x при условии А – это ожидание x. И значит, здесь везде под суммой ожидания x и сумма индикаторов даст единичку. Вот, это вот такие вот свойства в дискретном времени, в дискретном случае. Ну, здесь все просто, все вполне естественно и несложно доказывается. Но вот если мы сейчас попытаемся это перенести на общий случай, на общее вероятностное пространство, ну, такое определение, конечно, не перенесется, потому что нельзя взять сумму по исходам. То есть здесь должен быть интеграл, ну, допустим, хорошо, условное ожидание относительно событий еще можно определить, можно взять здесь сумму, заменить на интеграл или бега. Но вот если мы захотим определить условное ожидание как относительно разбиения, в общем вероятностном пространстве мы не определим, потому что что такое разбиение? Можно с алгебрами работать, а вот на каждом элементе разбиения мы так задать не сможем. На каждом омега мы не сможем задать случайную величину. Но поэтому нужно другое определение. И вот чтобы подойти к этому другому определению, вот на самом деле, здесь есть вот следующее приложение, можно и в дискретном случае по-другому определить. И вот первое определение, которое здесь написано, как раз и будет нам полезно. Ну, давай сначала посмотрим, на какие есть, как можно эквивалентно определить даже в дискретном случае. И какой смысл этих определений. Можно доказать следующее, что условное ожидание является единственной, с точностью до почти наверное, случайной величиной z, которая удовлетворяет любому из этих свойств. Если удовлетворяет одному, удовлетворяет и другому. Значит, первое, если z такая случайная величина, что она является g-измеримой, ну, мы видели, что условное ожидание является g-измеримой, и ожидание z на индикатор a равно ожиданию x на индикатор a для любого a из алгебры g. Давайте просто быстро увидим, что это свойство действительно выполнено для условного ожидания. Если мы в качестве z подставим условное ожидание. Если я в качестве z подставлю условное ожидание в правую часть, то это будет ожидание от x при условии g на индикатор a. Ну теперь, поскольку a является множеством из этой алгебры, то индикатор a является измеримой величиной. Поэтому этот индикатор можно занести под ожидание. И будет ожидание x индикатора А при условии g.
Ну, а ожидание от ожидания – это есть просто обычное ожидание. Ожидание от условного ожидания – это обычное ожидание. Да, все, выполняется это свойство. Но верно и обратно. Если случайная величина z удовлетворяет этому свойству, то она совпадает с тем условно-математическим ожиданием. Это будет в качестве упражнения, проверьте это. Ну, и я еще упомяну свойство 2. Вот, если вы слушали курс Юрия Михайловича Кабанова по случайным процессам, он там обычно вводит ожидание z, как раз-таки вот условное ожидание, начинает вводить вот так, по-моему, да? Я не знаю, вы слушали его курс или нет. Вот. То есть он рассказывает это как проекция, как проекцию случайной величины, вот случайной величины x на какое-то множество, ну, на множество случайных величин, которые измеримы относительно алгебры. Ну, вот здесь вот это, по сути, и написано. Значит, давайте возьмем всевозможные измеримые. Вот есть у нас величина x, у которой мы хотим найти условное ожидание. И возьмем множество случайных величин z, которые измеримы относительно алгебры g. А что значит проекция? Ну, проекция – это значит такая величина, которая минимизирует расстояние. Ну, какое мы расстояние? Можно расстояние по-разному взять, но мы возьмем вот среднеквадратическое расстояние, то есть норму в L2, и будем минимизировать. И вот можно доказать, что z является условным ожиданием. Но вот это свойство, вот, откуда оно берется? Давайте сейчас немножко пока не про условное ожидание, а про обычное ожидание скажу. Вот рассмотрим такую задачу. Определим функцию f от a. А это число, обычный аргумент действительный. Вот на каком значении a она достигает минимума? Ну, несложно показать, что она достигает минимума, когда a равно ожиданию x. Здесь просто нужно раскрыть квадрат, там будет многочлен второй степени, и прям явно найти его вершину. Значит, здесь a, на котором достигается минимум, это ожидание x. То есть можно сказать, что ожидание – это проекция случайной величины на множество констант. Ну или можно сказать, на множество случайных величин, которые измеримы относительно тривиальной сигма-алгебры. Потому что измеримы относительно тривиальной сигма-алгебры – это константы. А тогда вот для произвольных случайных, если у нас мы хотим рассматривать проекцию на множество случайных измеримых относительно g, вот оказывается ответом это условное ожидание. Я это тоже оставляю в качестве упражнения. Дальше я буду использовать вот в качестве определения 1, а не 2. В чем проблема с двойкой? Проблема с этим определением 2, потому что если здесь нужно требовать от случайной величины x, чтобы она была квадратично интегрируема, чтобы существовало ожидание x квадрат. А иначе все это бессмысленно ожидание считать. Поэтому можно так определить ожидание как проекцию, но там нужно требовать, чтобы x была из L2. А мы хотим в общем случае для произвольных случайных величин. Ну, а теперь к общему определению. Значит, пусть у нас есть произвольное вероятностное пространство. F сигма-алгебра на этом пространстве G – это под сигма-алгебра. Сигма-алгебра, вложенная в F. Ожидание мы определим в 2 шага. Но если вы помните, обычное ожидание определяется в 3 шага. Сначала для простых, для неотрицательных, потом для произвольных. Для простых нам здесь определять смысла нет. Мы можем сразу определить для неотрицательных, потом для произвольных. Для неотрицательных случайных величин будем называть ожиданием x такую случайную величину z, измеримо относительно сигма-алгебры G, что выполнено вот то свойство с предыдущего слайда. Для любого события А верно такое равенство.
Ну, это равенство тоже в некотором смысле проекция. Мы здесь вот берем всевозможные, то есть мы хотим умножить на всевозможные, взять величину z, умножить ее на всевозможные измеримые функции из g, чтобы это было равно ожиданию x, умноженное на ту же самую функцию. Я говорю на все функции, здесь написано на индикатор. Ну, значит, любую функцию можно приблизить простыми, а простая функция – это сумма индикаторов. Поэтому если есть такая случайная величина, вместо индикатора написано «достаточно хорошая», чтобы это ожидание существовало, то достаточно требовать выполнения этого свойства для индикатора. Можно было бы потребовать, скажем, для любой ограниченной величины какого-нибудь там y вместо индикатора здесь написать. Это было бы эквивалентно. Ну вот определим вот таким вот, вот так вот. И тогда скажем, что для произвольной случайной величины, ну это сумма положительной и отрицательной части. Разобьем случайную величину на x плюс и x минус и положим условное ожидание, равную разности. Значит, ну как с обычным ожиданием. Мы говорим, что ожидание, условное ожидание определено, если почти, наверное, хотя бы одна из этих величин конечна. И тогда соответствующее условное ожидание может принимать значение, ну, либо действительное, либо плюс бесконечность, либо минус бесконечность. Главное, чтобы не было так, что вот это ожидание на множестве положительной вероятности равно плюс бесконечность, а это на том же множестве равно минус бесконечность. Чтобы не возникало неопределенности с положительной вероятностью. Так, если есть какие-то вопросы, может быть, в Zoom у кого-то вопросы? Ну, ладно, тогда продолжим. Надо показать, что такой объект существует. Значит, почему он существует? Ну, по сути, доказательство, что существование, это некоторая переформулировка теоремы Радона-Никодима. Ну, давайте ее вспомним. Значит, мы хотим доказать, ну, здесь нужно доказать, существование для ожидания x больше или равно нуля. Для произвольной случайной величины тут доказывать-то ничего. Значит, почему оно существует единственно? Ну вот, рассмотрим вот такую функцию множеств. Ожидание x, умноженное на a. Назовем ее q от a. Ну, я говорю, что это является сигма-конечной мерой. Значит, то, что она является, то есть, что такое сигма-конечная мера, это счетно-аддитивная функция множеств, а сигма-конечность означает, что все вероятностное пространство можно разбить на не более чем счетное количество элементов, не более чем счетное количество множеств, такое, что q от a будет конечным на каждом из них. Как здесь можно разбить? Ну, можно разбить, скажем, на такие события a. Там a первое, x принадлежит от 0 до 1, а второе, x принадлежит от 1 до 2. И тогда это ожидание, эта мера на этих событиях будет конечной. Почему эта мера? Нужно проверить аддитивность. Ну, то есть нужно записать, что если мы возьмем непересекающиеся события А1, А2 и так далее, АН, которые в объединении дают ВА, нужно проверить, что от объединения объединение АИТ равно от единицы до бесконечности равно сумме У от АИТ. Так, справа написано, вот здесь вот написано Q ожидание X на индикатор объединения. Слева написано сумма ожиданий x на индикатор. И от единицы до бесконечности. Если бы я вместо бесконечности написал бы здесь n, ну равенство было бы верным, конечно. Просто поменять ожидания и сумму местами. Значит, чтобы получить для бесконечности, нужно перейти к пределу. Перейти к пределу здесь можно по теореме о монотонной сходимости, потому что величина не отрицательная. Тогда если у нас сходится левая часть, то сходится и правая, и наоборот.
Тогда можно воспользоваться теоремой Радона-Никодима, но которая говорит, что если у нас есть две меры, значит, две меры у нас здесь будут P и Q, и Q является абсолютно непрерывной относительно P. Есть у нас Q. Вот так вот обозначается абсолютная непрерывность. Она означает следующее, что если P от A равно нулю, то отсюда следует, что Q от A равно нулю. У нас это так, потому что если мы возьмем множество P нулевой вероятности, то этот индикатор будет почти, наверное, равен нулю. И значит, Q от A равно нулю. Теорема Радона-Никодима говорит, что существует плотность. Что в таком случае Q от A можно представить. То есть плотность – это просто случайная величина здесь, не отрицательная случайная величина, такую, что плотность можно представить в таком виде. Q от A – это интеграл по множеству A z dp. Ну и плотность вот так обозначается, как обычно, dq по dp. Я не доказываю теорему Радона-Никодима, то есть это, если сказать, что доказательство теоремы Радона-Никодима известно, то вот это вот свойство существования доказывается легко. Теорема Радона-Никодима – это отдельное доказательство. Будем считать, что оно известно. Вот, и тогда, значит, вот эта плотность z – это есть условное ожидание, потому что вот свойство, которое у нас здесь записано, z является измеримой относительно g. Сейчас ей надо это сказать, почему она является измеримой относительно g. Вот мы сейчас докажем, что она является измеримой относительно g. И тогда выполняется это свойство, которое было в определении. Здесь у нас написано ожидание x индикатор A, а здесь написано ожидание z индикатора A. Теперь, почему z является же измеримой? Это следует потому, что мы теорему Радона-Никодима применим на пространстве омега g и p. То есть вот функция q от A, она определена, ну, мы можем... Вот мы сказали так, что мы определим q от A, x на x индикатор A. Да, вот здесь сигма конечной меры на омега g. Я просто буду брать множество A, которые принадлежат сигма алгебре g. Тогда на омега g я могу взять сужение меры p и могу определить меру q вот так вот. И тогда теорема Радона-Никодима говорит, что существует плотность на этом пространстве. Значит, плотность должна быть измерима относительно g. Вот и все. А следующее – единственность. Единственность следует потому, что ну вот если у нас есть… Давайте предположим, что у нас есть две версии ожидания. Z и Z'. Тогда для каждой из этих версий, для любого множества A из сигма алгебры G, должно быть выполнено ожидание Z индикатор A должно равняться ожиданию X индикатор A. И то же самое для X'. Поэтому мы получаем, что для любого множества A из сигма алгебры G есть такое равенство. А это означает, что случайные величины равны. Потому что если бы это было бы не так, давайте возьмем в качестве множества А, скажем, там, где z строго больше z'. И тогда вот у нас равенства бы не было. Ну, это стандартный прием, да, я думаю. Знакомо, как доказать, что случайные величины равны. Просто нужно взять все возможные пробные множества. Так, все, есть у нас существование, есть единственность, есть такой объект, условное ожидание. Давайте вот те же самые свойства, они оказываются верны для общего определения. Ну, сейчас посмотрим, как их можно доказывать, вот используя то определение. Ну, я так очень, очень краткой идеей расскажу, подробнее можно прочитать вот, вероятности. Ну, первое свойство – линейность. Если есть x плюс y, то это равно сумме условных ожиданий. Давайте сейчас для простоты будем считать, что x и y имеют конечные ожидания, конечные безусловные ожидания. То есть я буду считать, что ожидание x меньше бесконечности, ожидание y меньше бесконечности. Ну, можно так, кстати, несложно показать, что в этом случае, если это выполнено, то и условное ожидание тоже конечно. Условное ожидание конечно почти наверх. Значит, почему это так? Потому что вот, надо взять, вот есть условное ожидание, возьмем здесь положительную, ну,
Надо взять множество А, там, где условное ожидание положительно. Значит, справа ожидание будет конечно, потому что ожидание всего x конечно. Ну и слева тоже будет конечно. Ну, как доказать первое свойство? Первое свойство, оно прямо вот из определения видно. Если у нас вот сюда мы подставим вместо z, ну, давайте я скажу, что вот условное ожидание z с индексом x, чтобы было проще обозначать, это условное ожидание x, а z с индексом y – это условное ожидание y. Нам нужно проверить это равенство, когда мы вместо z подставим zx плюс zy, а справа x плюс y. Верно по линейности ожидания. Это есть. Если x является g-измеримой, то тогда верно это вот, телескопическое свойство. Не телескопическое свойство, что можно выносить случайные величины. У меня здесь доказательство написано немножко не в том порядке, в котором их удобнее доказывать. Вот это свойство на самом деле удобнее доказывать так. Второе свойство. Дальше есть теорема о переходе к пределу. Она доказывается, нужно сначала в качестве x рассмотреть простые случайные величины. То есть я возьму здесь вот для доказательства второго свойства x равное индикатору некоторого множества b, где b из сигма алгебры g. Тогда что нужно проверить? Нужно проверить, что вот это сейчас, наверное, будет полезно записать аккуратно. То есть я хочу показать, что условное ожидание xy можно записать вот в такой форме. То есть надо доказать, что ожидание x на ожидание y при условии g и еще умноженное на индикатор a это равно ожиданию xy на индикатор a. Значит, да, почему это так? То есть, если я назову вот эту случайную, вот все вот это вот случайной величиной z, то здесь я умножаю z на индикатор a, и это равно xy на индикатор a. Раз мы хотим найти ожидание xy, то есть мы должны показать, что ожидание от этого условного ожидания умноженное на индикатор a равно ожиданию от самой случайной величины умножить на индикатор a. Потом, почему тогда, если мы доказываем, что z равно вот этой, если мы вот эту величину подставим сюда вместо z и получим равенство, то по единственности ожидания мы как раз докажем, что вот эта величина, она и равна условному ожиданию. То есть, и тогда вот этот вот z мы докажем, что это условное ожидание xy плюс y. Так, давайте теперь вот это равенство проверим. Ну, я напомню, что в качестве x я пока беру индикатор. Тогда вот это получается ожидание от ожидания y при условии g на индикатор a на индикатор b. Можно записать как индикатор пересечения. Индикатор пересечения у нас снова принадлежит, пересечение снова принадлежит g, поэтому то, что здесь написано условное ожидание, умноженное на индикатор множества из g. Значит, опять дальше по определению это равно ожиданию y умноженное на индикатор a пересеченное с b. Да, вот в эту формулу вместо z теперь я подставляю ожидание y при условии g, а вместо индикатора a я подставляю индикатор пересечения a и b. Так, вот получили вот такую величину. Ну а теперь что это? Вот это что такое? А это ожидание y на индикатор b на индикатор a. А индикатор b это x. Значит, получаем xy индикатор a. Для индикаторов есть это свойство. Потом, раз доказали для индикаторов, можем доказать для любой простой случайной величины. Доказали для простой случайной величины, любую случайную величину можем приблизить простыми, перейти к пределу. Вот как перейти к пределу на следующем слайде я скажу.
можно будет перейти к пределу, и свойство будет верно для любых величин. Здесь? Потому что мы просто брали x равный индикатору b. Поэтому я и начал с простых, вот для простых здесь целых. Все достигается за счет того, что можно индикаторы в один собрать. Ну вот, свойство 2, то есть измеримые случайные величины ведут себя как константы. Третье, телескопическое свойство. Давайте сейчас телескопическое свойство проверим. Сейчас опять та же самая идея. Чтобы показать, что что-то является условным ожиданием, нужно взять это условное ожидание, умножить на индикатор, и это должно равняться ожиданию той случайной величины, от которой мы берем ожидание. То есть я теперь сделаю так. Вот я хочу показать, что вот этот объект является условным ожиданием. Значит, нужно его умножить на индикатор и взять ожидание от него. То есть я должен взять ожидание. Внутри этого ожидания будет вот это вот двойное условное ожидание. Но здесь получается три ожидания. Ожидание от x при условии g2 и при условии g1. И умножаю его на индикатор a. Множество a должно быть из g1. Вот это вот a принадлежит g1. И нужно проверить, что равно ли это ожиданию x на индикатор a. Да, если это так, тогда по единственности вот этот объект будет условным ожиданием x при условии g1. По определению и по единственности. Так, ну давайте проверим, значит, чем мы здесь воспользуемся. Что мы здесь скажем? Ну, это ожидание. Ну, я могу взять этот индикатор А и сейчас. Так, сейчас что я хотел сделать. Значит, я этот индикатор А хотел внести сюда. А, ну вот, вот, можно вот что сказать. Да, вот, вот, значит, теперь мы посмотрим на это ожидание так. Вот у нас есть ожидание от двойного ожидания. Тогда вот это вот я рассмотрю теперь вот, вот какую величину. Вот эту величину я назову величиной x'. Тогда у нас здесь записано ожидание от условного ожидания x' умноженное на индикатор a. И да, можно сказать, что по определению это должно равняться x' на индикатор a. Потому что a из g1, условное ожидание при условии g1, тогда это равняется x' на индикатор a. Теперь, что такое x'? X' дальше восстанавливаем назад. Это ожидание x при условии g2 на индикатор a. Вот. А если у нас множество a принадлежит g1, то множество a принадлежит g2. Потому что g1 вложен в g2. Тогда по определению вот это вот есть ожидание x на индикатор a. Да, и все. Да, вот здесь мы берем ожидание x от g2. Берем x штрих, да.
Да. То есть вот здесь у нас записано вот сначала ожидание от условного ожидания x' при условии g1 умноженное на индикатор a. По определению условного ожидания относительно g1, вот этот слайд вот в самом начале, определение. То есть вот это вот как бы здесь z называется, это должно равняться ожиданию x' на индикатор a. Вот оно здесь. А потом мы вспоминаем, чему x' равно. x' – это ожидание x при условии g2. Здесь я говорю, что а у нас из g1, значит, оно из g2. И поэтому получаем, что здесь опять написано определение условного ожидания. Ну, тут, конечно, все это, все эти рассуждения по модулю того, что я так предполагаю, что все ожидания существуют. То есть нужно сначала предположить. Когда случайная величина x и y, они интегрируемы здесь, все будет хорошо, все ожидания существуют. Когда в общем случае нужно отдельно рассмотреть положительную часть, отдельно рассмотреть отрицательную часть. Ну вот, вот подробности вы прочитайте в качестве упражнения самостоятельно. Ну, значит, есть третье свойство. Четвертое свойство. Если x не зависит от g, то тогда условное ожидание равно безусловному ожиданию. Ну, можно доказать, например, так. Можно доказать, ну, значит, если x не зависит от g, тогда вот это ожидание x умноженное на индикатор a, ну, опять при условии, что x у нас интегрируемо, это просто ожидание x на вероятность a. И, значит, в качестве z мы можем взять просто константу, равную ожиданию а, здесь тоже будет. Эта константа вынесется. Ожидание x на ожидание индикатора а. И там ожидание x на индикатор а из независимости. И последнее, что нам понадобится, неравенство Йенсена. Потому что мы будем работать не только с мартингалами, но и с субмартингалами и супермартингалами. Ну, я скажу дальше, что это такое. Скажу дальше, что такое мартингал. Ну, вот, способ получения субмартингалов – это взять какую-то выпуклую функцию от мартингала. А что такое неравенство Йенсена? Ну, давайте на всякий случай я напомню обычное неравенство Йенсена для безусловных ожиданий. То есть пусть у нас есть выпуклая функция. Выпуклая. Ну, выпуклая у меня всегда означает выпуклая вниз. Тогда ожидание f от x больше или равно f от ожидания. Ну, при условии, что вот это ожидание существует. Можно это ослабить, можно сказать, что вот если ожидание x у нас ожидание x конечно, тогда ожидание f от x у нас либо конечно, либо равно плюс бесконечности, выполним такое неравенство. Давайте для простоты считать, что все конечно. Ну а условное неравенство Йенсена то же самое, только здесь вместо ожидания стоит условное ожидание. Ну, как это доказать? Вот как обычно неравенство Йенсена доказывается? Нужно воспользоваться определением выпуклости. Что значит, что функция выпуклая? Вот если мы возьмем какую-то точку y0, x0, возьмем точку x0 и рассмотрим функцию f от x в окрестности точки x0. Вот я возьму точку x0. Выпуклость означает, что можно провести прямую, такая, что функция у нас будет лежать, график функции будет лежать над этой прямой. Значит, можно сказать, что f от x больше или равно, чем f от x0 плюс l умноженное на x минус x0. L – это
Но угол наклона прямой, зависящий от точки x0. Ну, давайте теперь возьмем в качестве, вот применим это, чтобы получить неравенство Йенсена. Значит, я хочу получить вот такое вот условное неравенство. Возьмем в качестве точки x ожидание x при условии g. Тогда не очень. Нет, давайте мы сделаем в качестве точки x0 возьмем условное ожидание, а в качестве точки x возьмем x. Тогда можно сказать, что f от x больше или равно f от условного ожидания плюс L умноженное на x минус условное ожидание. Вот это вот L, она на самом деле здесь зависит от точки x0. Поэтому здесь я тоже должен написать, что это не просто какая-то L, а L, от которой зависит от условного ожидания. Ну, а теперь я возьму условное ожидание от обоих частей этого неравенства. Здесь будет ожидание f от x при условии g больше или равно, чем вот эта величина является g-измеримой, значит, f от нее является g-измеримой. Поэтому условное ожидание здесь пропадет. Теперь, когда я возьму условное ожидание от этой части, l является g-измеримой, поэтому из условного ожидания она вынесется. И останется условное ожидание от x минус условное ожидание от x, это будет 0. И все, вот это неравенство есть. Ну, пока пишите, я следующему слайду, следующий слайд покажу. Ну, для чего это в частности нужно? Например, чтобы определить случайное ожидание одной случайной величины относительно другой. Ну, или даже более общее, скажем, определить ожидание одного случайного вектора относительно другого случайного вектора. Или прям всей траектории случайного процесса. Ну, я просто для случайных величин определение приведу. Ожидание x при условии y, это просто определяется как ожидание x при условии сигма-алгебры, которая порождена величиной y. Можно показать следующее. Ну, раз эта величина, вот это условное ожидание, будет измерима относительно сигма-алгебры, порожденной y, можно показать, что тогда это просто является, найдется некоторая измеримая функция, что это является функцией от случайной величины y. Ну, такой общий результат, если случайная величина измерима относительно сигма-алгебры, порожденной случайной величиной, ее можно представить как измеримую функцию, действительно значимую, со множеством значений тоже в действительных числах, которая является, применяется к этой условной величине, в ожидании величины y. То есть, чтобы посчитать условное ожидание x при условии y, надо найти эту функцию. Ну, это, например, для чего нужно? Ну, вот, скажем, есть у вас какая-то модель, там есть одна случайная величина, которую просто прогнозировать или наблюдать, другую сложно наблюдать. И вот вы наблюдаете одну случайную величину и по ней оцениваете другую. Или, скажем, есть у вас, ну, вот такое известное стандартное применение, есть у вас многомерный вектор, ну, пусть даже имеет нормальное распределение. Вот, допустим, какие-то компоненты вы можете легко наблюдать, а другие не так легко. Но вот вы знаете совместное распределение, значит, знаете вектор средних, знаете ковариационную матрицу.
По наблюдаемым компонентам можно определить условные ожидания, то есть сделать прогноз ненаблюдаемых компонентов. Почему я упомянул нормальный случай? Потому что в нормальном случае это все очень просто, там, компактно записывается через матрицы. Из матрицы наблюдаемых значений, коврекционную матрицу и вектор средних. Это так называемая теорема нормальной корреляции. Да, можно найти такую функцию, которую вот, вам нужно предсказать x. Можно найти эту функцию f, в которую вы будете подставлять значение y. И это будет ваш прогноз. Mm-hmm. То есть вы наблюдаете y, вы берете это значение, подставляете функцию f. Да, смысл вот такой вот. И вот здесь полезно два такие упражнения проделать, два примера. Значит, какие два стандартных случая? Когда x и y принимают конечное число значений, можно показать, что ожидание задается вот такой вот формулой. Ну, здесь на самом деле вот эта формула, если на нее посмотреть, это просто переписанное определение ожидания при условии вот, разбиения, как мы вначале определили. Значит, что здесь написано? Значит, здесь вот такая двойная сумма. Внешняя сумма возникает потому, что вот мы берем сумму по i, это всевозможные значения i. То есть у нас есть разбиение, которое порождается величиной y. И на каждом элементе этого разбиения мы должны найти условное ожидание x. Вот, то есть вот этот индикатор будет соответствовать разбиению y. Теперь внутренняя сумма. А внутреннюю сумму мы берем значение x. Ну, здесь можно брать не всевозможные значения, а только те, которые, при которых у нас, только те исходы, при которых у нас может быть. Там где не нулевая вот эта совместная вероятность. То есть мы берем значение x и умножаем их вот на такую величину. Ну что, это условная вероятность x при условии y здесь записано. А я написал в таком виде, потому что ввиду следующего примера. Вот если в дискретном случае это интуитивно, то есть можно разбить, вот как вот я здесь на перерыве рисовал, можно разбить на квадратики и посчитать ожидания по квадратикам. Но вот если у вас имеет величины плотность, так на квадратике не разобьешь. Но можно написать такую формулу, которая прямо вот является аналогией формулы в дискретном случае. Значит, как посчитать ожидание x при условии y? Это будет функция g, а функция g мы интегрируем значение x по условной плотности. То, что здесь написано, можно еще вот так вот. Сейчас я записываю x при условии y. Это условная плотность значения x при условии того, что мы наблюдаем значение y. То есть там получается очень ну, такая логичная формула. Как вот обычное ожидание, это интеграл x по плотности dx, а здесь интеграл x по условной плотности. Ну и вот центральное место этого примера состоит в том, чтобы доказать, что эта условная плотность имеет вот такое представление. А что такое f от y здесь? Это плотность величины y просто. То есть там сверху у вас совместная плотность, а снизу у вас маргинальная плотность y. То есть как ее получить? Это надо совместную плотность, вот это, то, что снизу написано, это совместная плотность, проинтегрированная по dx и при фиксированном y. От y это интеграл f от x y dx. Так. На этом с условным. А, ну далее еще переход к пределу, то, что я хотел сказать и забыл. Значит, по сути, верны все те же теоремы, которые вы знаете для обычного ожидания. Теорема Лебега, теорема монотонной сходимости, теорема Фату. Ну, давайте кратко пробежимся. Значит, теорема Лебега. Если у нас есть последовательность случайных величин, xn, они сходятся к x почти, наверное, и они ограничены какой-то интегрируемой случайной величиной y, тогда и условные ожидания от них сходятся почти, наверное. Обычная теорема Лебега просто говорит, что ожидания сходятся. Ну, а здесь условные ожидания тоже сходятся.
Теорема монотонной сходимости. Ну, точно так же, если есть последовательность неубывающих величин, которые снизу ограничены величиной, в которой интегрируемая отрицательная часть, тогда ожидания сходятся. Можно даже сказать, что они монотонно сходят, условные ожидания. И лемма Фату, случайная величина ограничена снизу, тогда условные ожидания от нижнего предела меньше или равно нижнего предела от условных ожиданий. Можно это продолжить, если можно сказать, что случайная величина xn ограничена сверху какой-то величиной y, у которой x плюс меньше бесконечности. Тогда, да, тогда вот то вот равенство. Ну, продолжится вот таким вот образом. Значит, это меньше или равно верхнего предела условных ожиданий. А это меньше или равно ожиданий верхнего предела. По поводу доказательств, давайте тоже, пожалуйста, при желании посмотрите, как это доказывается. С условным ожиданием я вот доказательства пропускаю, когда мы будем о Мартингалах говорить, там я буду доказательства более детально рассказывать. Это единственное место в этом курсе, где доказательства мы пропустим. Так, у нас немного времени осталось. Давайте я просто, чтобы понимать вообще, что такое мартингал, мы немножко посмотрим определение, и на этом, наверное, закончим сегодня. И какие примеры мартингалов. Мартингал – это случайная последовательность, такая, что… Ну, сначала, да, вот я вот вначале сказал, идея какая будет. Идея будет такая, что прогноз величины xn – при условии информации до момента n-1 должен совпадать с величиной n-1. То есть мы сейчас это определим через условное ожидание. Но вот прежде чем это определить, давайте мы тут надо ввести некоторые вспомогательные объекты, связанные как бы с информацией на множестве. То есть что я говорю, что у нас есть информация до момента n-1. Определения будут такие. Мы будем считать, что у нас есть вероятностное пространство. Определим понятие фильтрации. Фильтрацией будем называть последовательность вложенных сигма-алгебр. Сигма-алгебр F0, F1 и так далее. Возможно, до бесконечности. Возможно, у вас какая-то конечная последовательность. Ну, неважно. Когда... В общем случае будем считать, что вот есть бесконечная последовательность вложенных сигма-алгебр. Значит, какой стандартный, самый простой пример фильтрации? Вот есть у вас последовательность случайных величин. Допустим, есть, да, так называемая естественная фильтрация. Есть величина, ну, можно написать x0, но часто даже всегда просто пишут, ну, давайте напишем x0, x1, x2 и так далее. Возьмем сигма-алгебру f0. Все они заданы на одном и том же вероятностном пространстве, то есть все они измеримы относительно f. Возьмем f0, это случайно, это сигма-алгебра, порожденная величиной x0. Возьмем f1, это сигма-алгебра, порожденная двумя случайными величинами. Ну или порожденная вот, случайным вектором x0, x1. Ну и так далее. Да, это будет последовательность вложенных сигма-алгебр. Значит, f1 будет вложена в f2, f0 будет вложена в f1, f1 будет вложена в f2 и так далее. Это будет фильтрация. Это так называемая естественная фильтрация. Естественная фильтрация, порожденная последовательностью иксов. Часто обычно берут сигма-алгебру F0 тривиально. То есть обычно x0, ну, во многих приложениях x0 это просто константа. Потому что мы считаем, что момент времени 0 это сейчас. То есть сейчас мы уже все знаем, все, что реализовалось. А вот x1, x2, это то, что будет в будущем, это может быть случайно. Значит, нам дальше будет нужно такое техническое предположение. Оно не всегда нужно, но с ним как-то можно некоторые моменты пропустить и
некоторые рассуждения упрощаются, оно весьма безобидное. Значит, мы будем предполагать, что сигма-алгебра является полной, и F0 содержит все множество P нулевой вероятности. Значит, что такое полнота, я напомню. Полнота это означает, что мы говорим, что F полное, если любое множество нулевой вероятности, мы возьмем все его подмножество, они также принадлежат F. То есть если вероятность А равна, начинать с вероятности, а надо сказать, что вот есть множество А, которое принадлежит F, вероятность А равна нулю. Есть какое-то множество, любое подмножество B, любое множество B, являющееся подмножеством А. Тогда из этого следует, что B тоже является принадлежит F. Ну, то есть смысл такой, что если есть множество нулевой вероятности, как бы оно никогда не произойдет. Ну, тогда и любое подмножество из него никогда не произойдет. Но чтобы мы могли сказать, произойдет оно или не произойдет, оно должно быть событием. То есть он говорит, что оно является событием. Значит, полнота удобна для того, что вот если мы скажем, где-то будем заменять случайные величины на множестве вероятности 0, что мы вдруг случайно мы не получили не случайную величину. А на множестве вероятности 0 заменять удобно. С точки зрения теории вероятности это ничего не меняет. А второе предположение вот такое, что еще, что F полна, и что фактически F0 полна. То есть F0 содержит все множество нулевой вероятности. То есть мы берем все множество нулевой вероятности из F и считаем, что они в F0. И тогда автоматически все остальные сигма-алгебры тоже содержат множество нулевой вероятности, потому что они вложены друг в друга. Но это вот, например, для чего нужно, скажем. Если у нас есть случайная величина xn, которая измерима относительно fn. Если мы ее заменим на множестве нулевой вероятности, она по-прежнему останется измеримой относительно fn. А то может оказаться так, что вот она как бы... Мы знаем про эту случайную величину до момента n. Если мы поменяем ее на множество вероятностей, оказывается, что она неизмерима относительно информации до момента n. Другую, да, конечно. Вот так вот должно быть. То есть получается, что на все эти множества, если А принадлежит F, и F0, и тогда все подмножества должны тоже быть событием. Да. Получается, что мы все просто-напросто F0. Да, да. Значит, известный результат, что если у вас есть произвольное вероятностное пространство, ее всегда можно пополнить. Вы просто берете все вот эти вот события, нулевой вероятность, и ваше вероятностное пространство добавляете все эти множества. И вероятность на них определяете такую же, как на нулем полагаете. Там нужно еще взять все объединения. Ну, в общем, можно доказать, что это тоже из этого можно построить вероятностное пространство. И вероятность на новом вероятностном пространстве при ограничении на старое совпадает с вероятностью на старое. И можно добавить все множество нулевой вероятности в F, добавить их все и все дополнения к ним. То есть множество, все множество вероятности 1 тоже. И они будут в F0. Ну, тут можно сделать такое замечание, что вот иногда часто пишут вот так вот, берут сигма-алгебру, как я сказал, берут тривиальную сигма-алгебру, любая случайная величина, измеримая с ней, является константой. Но с точки зрения такого определения это не так, потому что мы должны взять не просто 0 и омега, а еще добавить туда все множество нулевой вероятности. То есть у нас, если когда я буду говорить, что нулевая сигма-алгебра является тривиальной, я буду иметь в виду сигма-алгебру, состоящую из множеств вероятности 0 и вероятности 1. И тогда любая случайная величина, измерима относительно ее, является константой, но с точностью да почти наверное. Ну а с этой структурой информации можно определить два типа последовательностей. Значит, вот в естественной фильтрации мы сказали, что сначала есть последовательность, потом мы определим по ней фильтрацию. Можно пойти наоборот. Можно пойти с фильтрацией и сказать, что последовательность называется согласованной,
с фильтрацией. Если для каждого n, xn является fn измеримой. То есть в каждый момент времени n, ну, мы так считаем, что мы знаем информацию из фильтрации, это значит, что мы знаем значение случайной величины. А второе определение – предсказуемый. Если xn становится известным в момент n-1. То есть, значит, в момент n-1 мы уже знаем, что будет в следующий момент времени. Ну, поскольку многие из вас финансовой математикой занимаются, вот надо, я напомню, что обычно вот в моделях у нас цены акций являются согласованными, а цены облигаций или безрисковых активов, так называемых, являются предсказуемыми. Потому что вы знаете, сколько ваш актив будет стоить завтра, уже сегодня. Это предсказуемость. А согласованность вы не знаете. Ну и теперь мартингал. Мартингалом называется последовательность xn. Мартингал всегда он относительно какой-то фильтрации. То есть есть фильтрация. Xn называется мартингалом относительно него, если это согласованная последовательность, ожидание конечно, и выполнено мартингальное свойство. Вот это вот свойство, то, что я говорил, прогноз на следующий момент времени относительно текущего, равен текущему значению, вот это свойство, мартингальное свойство. Ну и вот, чтобы закончить, давайте примеры посмотрим. Основные примеры мартингалов. Можно здесь написать пример номер 0. Пример номер 0, xn равно константе. Ну, константа мартингала. Все очевидно выполнено здесь. Значит, пример 1, содержательный. Ну, это, по сути, случайное блуждание, как было на первом слайде написано. Возьмем yn, случайные величины, которые независимы от fn-1, от предыдущей фильтрации. Ну, что такое независимость? Я напоминал независимость от фильтрации. Правда, я там сформулировал это определение для дискретных случайных величин. Значит, для произвольных случайных величин это означает, что вероятность того, что yn принадлежит какому-то боррелевскому множеству b, пересеченное с произвольным множеством А из сигма-алгебры F, должно равняться произведению вероятностей, где это должно быть выполнено для любого А из F и для любого B, например, из боррелевского. Так, почему это мартингал? Почему такая последовательность будет мартингалом? Ну, давайте проверим. Значит, возьмем. Значит, что, да, значит, согласованность. Тут не хватает в этом примере не хватает важного момента, что я забыл написать, что yn является fn измеримой. Значит, здесь надо написать, что yn является fn измеримой. Тогда сумма тоже будет являться fn измеримой. Первое свойство будет выполнено. Второе свойство. Ожидание y равно нулю, ну, значит, ожидание y конечно, ну, значит, ожидание x конечно и равно нулю. И третье свойство. Значит, чтобы проверить третье свойство, нужно взять ожидание xn. Можно, кстати, вот ну, совсем простое замечание, что третье свойство эквивалентно следующему. Xn минус xn минус 1 при условии fn минус 1 равно нулю. Я просто перенес xn в другую часть и воспользовался тем, что xn является fn-1 измеримым. И часто я это буду писать вот так вот. Я буду писать дельта xn. Дельта – это вот такое превращение последовательности. xn минус xn минус 1. Условие fn-1 равно 0. А чему конкретно здесь равно дельта xn? Дельта xn – это yn. Потому что xn минус xn минус 1, ну, вот отличаются на последний член в этой сумме. Значит, здесь это ожидание yn при условии fn минус 1. Они независимы. Значит, просто ожидание yn, оно 0. Да. Аналогичный второй пример.
с произведением теперь. Значит, ну, здесь тоже тут та же самая опечатка. Можно сказать, что Y-N является FN-измеримым. Тогда XN является тоже FN-измеримой. А почему ожидание конечно? Потому что если есть независимые случайные величины, то тогда ожидание произведения равно произведению ожиданий. И всегда там не нужно дополнительно требовать, что отдельно, что существует ожидание от произведения. Оно всегда существует, если то есть оно конечно. Если независимость, и ожидание каждой конечно. Ну и тогда точно так же. Значит, нам нужно взять, ну давайте возьмем, что можно еще про это свойство сказать? Что вот проверить мартингальное свойство, это то же самое, что проверить xn поделить на xn минус 1, что это равно единичке. Ну, при условии того, что xn не равно там, xn минус 1 не равно нулю. Здесь это надо требовать. Ну, давайте не будем писать это свойство, чтобы здесь не возникало деления на 0, где не нужно. Если xn минус 1 строго положительно, тогда да. Здесь напрямую проверим. Ну, вот возьмем разность. Ожидание xn минус 1 при условии f минус 1. Эту разность можно записать как отсюда взять xn, отсюда взять произведение yfn dn минус 1, отсюда взять произведение. Поэтому это будет ожидание xn минус 1 умножить на yn минус 1 при условии fn минус 1. Теперь xn является fn минус 1 измеримой, можно ее вынести из ожидания. Под ожиданием у нас будет единица, поскольку yn не зависит от fn, ожидание yn равно единице, минус 1 будет 0. Это 0, значит, это тоже мартингал. Третий пример. Важный пример. Значит, мы дальше видим, что это важный пример. Так называемый мартингал Леви. Вот возьмем просто фиксированную случайную величину Y и будем рассматривать ожидание при условии Fn. Значит, согласованность есть, потому что это Fn измеримое. Конечность ожидания. Ну, если мы требуем, что ожидание Y конечно, то ожидание условного ожидания тоже будет конечно, тоже есть. Мартингальное свойство. Оно следует из телескопического свойства здесь. Значит, мы должны записать ожидание. Вот это вот xn. Y при условии fn минус 1. Телескопическому свойству это ожидание y при условии fn минус 1. А это xn минус 1. Значит, здесь xn. А это xn минус 1. Почему я сказал, что это важный пример? Потому что при некотором условии интегрируемости, если у нас есть мартингал, и он является так называемым равномерно интегрируемым, тогда любой такой мартингал можно представить в следующем виде, в виде мартингала Леви. Это мы дальше поговорим, это будет отдельная такая теорема. Любой равномерно интегрируемый мартингал будет мартингалом Леви. Ну, вот в частности, допустим, если у нас, скажем, временной горизонт, вот я здесь, да, я тоже можно отметить, я это не сказал. Вот в этом определении предполагается, что у нас фильтрация от нуля до бесконечности, у нас последовательность бесконечная. Можно точно так же такое же дать определение для случая, когда у нас временной горизонт конечный. То есть фильтрация у нас от нуля до n большого. Ну и это свойство, все эти свойства должны быть выполнены там не для всех n больше или равно нуля, а для n от нуля до n большого. Давайте рассмотрим последовательность. Вот такую вот последовательность x0, x1 и так далее. xn, который является мартингалом. Тогда, если она является мартингалом, значит, что мы можем сказать, скажем, ну как записать xn-1? Ну, xn-1 по мартингальному свойству
Это xn при условии fn минус 1. Если это свойство проитерировать несколько раз, да, взять здесь еще ожидание, взять ожидание xn минус 1 при условии fn минус 2, воспользоваться телескопическим свойством, тогда можно сказать, что для любого m, n маленького, xn маленькое, это условное ожидание xn большого при условии fn маленького. То есть мартингал – это просто ожидание, условное ожидание последнего значения при условии сигмал алгебры fn. В этом случае это очевидно. Вот в случае, когда у вас последовательность бесконечная, как бы нужно найти предел этого мартингала, то есть вот и он существует при некоторых условиях. Дальше обсудим. Ну, так, и последний, четвертый пример, это тоже вот имеет применение финансовой математики. Ну, не только финансовой математики, но там это особо, сейчас я скажу, почему это особенно интересно. Мартингальное преобразование. Пусть у нас есть M, мартингал, пусть есть H, предсказуемая последовательность. Для простоты пусть она у нас ограничена равномерной какой-то константой. Это условие, чтобы xn было интегрируемо. И рассмотрим вот такую последовательность. Значит, частичные суммы, каждый раз мы превращение мартингала умножаем на какое-то предсказуемое значение. Вот, я говорю, что это является мартингалом. Значит, ну, опять, согласованность есть, конечность ожидания есть из-за того, что вот благодаря вот этому условию. Просто все будет ограничено, цена, сумма превращения мартингала интегрирует. А теперь вот это условие надо проверить. Ну, легко оно тоже проверяется. Вот ожидание xn минус xn минус 1 при условии fn минус 1. Разность здесь, это последний член в сумме, поэтому это ожидание hn дельта mn при условии fn минус 1. Поскольку hn предсказуемая последовательность, значит hn является fn минус 1 интегрируемой, ее можно вынести. Получается hn на ожидание дельта mn при условии fn минус 1, а это 0, потому что это мартингал, по мартингальному свойству это 0. Это тоже мартингал. Ну вот я заговорил про финансовую математику. Значит, что это такое? Как это интерпретируется, где это применяется? Ну вот пусть у вас есть, допустим, m, это последовательность m, это цена акции. Тогда дельта m – это изменение цены акции. И вот если h – это количество акций, которые вы купили, тогда hk умножить на дельта mk – это изменение стоимости этих акций за один период времени. То есть сколько вы зарабатываете за один период времени. Значит, вся эта последовательность xn, если вы начали из нуля, ну, можно здесь добавить какое-то вот x нулевое число, это ваш начальный капитал, за первый период вы заработали количество акций, умноженное на изменение их стоимости. Плюс потом за второй период так же самое. То есть вот эта последовательность xn – это последовательность, которая сдает капитал, ваш капитал. Значит, почему интересно, когда это мартингал? Ну, потому что есть такой результат, что при некоторых там разумных экономических условиях цены должны являться мартингалами. Ну, более точно надо сказать, что можно заменить там меру на вероятностном пространстве так, что цены будут мартингалами. Тогда последовательность капитала – это мартингальное преобразование. Значит, ну, вот здесь вот это условие иногда немножко мешается. И дальше мы увидим, что если это условие ослабить, потребовать просто произвольную предсказуемую последовательность, это мартингалом уже может не быть. Но это будет так называемым локальным мартингалом. Вот. А локальный мартингал там при некоторых дополнительных условиях можно доказать, что это мартингал. Ну, при некоторых дополнительных условиях либо назначение x, либо назначение вот этой последовательности. В момент k-1. Потому что вот что мы делаем, значит. Мы в момент k-1 покупаем какое-то количество акций, а дальше от момента k-1 до момента k их стоимость изменится. И вот насколько она изменится, столько мы и заработали.
номера, но вообще не учитывается тот факт, что... Ну да, но это есть такое, значит, что можно делать так называемое, продать акции, которыми вы не владеете. То есть взять в долг, продать их, потом вернуть. А почему ты говоришь, что совершенно ограничено, может, не можем купить? Нет, оно ограничено просто константой. А можно подобрать, допустим, машину случайную величину. Можно подобрать такую случайную величину, что вот это вот будет, ожидание будет бесконечно. Она, это предсказуемая последовательность. Можно выбрать так вот. Несложно построить пример, что ожидание вот этого xn не будет существовать. Ожидание существовать не будет, поэтому это Марцингаловое будет. Второе свойство будет нарушаться. И чтобы это было более там, с какой-то экономический смысл имело, вот может иметь смысл вот так вот записать. x0 плюс сумма hkt дельта mkt. От нуля. Нет, от нуля плохо писать. Я неправильно пишу, надо единички писать. Единички, да, там опечатка. Потому что чтобы мы брали дельта m первое минус m нулевое. Вот тогда x0 начальник капитала. И это тоже мартингал. Ну, только не с нулевым средним теперь, а со средним x0. Где бы нам остановиться? Давайте я вот это, на этом стадии остановлюсь, сформулирую определение субмартингал и супермартингал, чтобы закончить с определением. Значит, если мы в мартингальном свойстве здесь равенство заменим на больше или равно, или меньше или равно, то получим субмартингал или супермартингал. То есть выполнены первые два свойства. Если не знак больше или равно, получаем субмартингал. То есть субмартингал – это последовательность, которая как бы так вот в условном среднем она возрастает. А супермартингал, она в условном среднем убывает. Ну, я требую сразу, вот выполнен два условия, я требую конечность всего ожидания. Ну да, можно потребовать, можно это ослабить. Будем требовать, что ожидание конечное. Я немножко забегу вперед, я скажу, что да, дальше вот нам там будет небольшой раздел, когда вот не выполнено свойство 2, не выполнено свойство интегрируемости, а выполнено только мартингальное свойство. Но вот тогда возникнут так называемые локальные мартингалы, и вот результаты будут такие, что при некоторых условиях локальный мартингал является мартингалом. Почему это удобно? Потому что мартингальное свойство иногда обычно бывает проще проверить, чем свойство интегрируемости. Мы проверили вот мартингальное свойство, все интегрируемое, а потом какие-то дополнительные простые условия делают вам мартингал. А в случае непрерывного времени, ну там это будет существенно, потому что мартингалами нельзя будет обойтись, там интересные последовательности, процессы могут быть именно локальными мартингалами. Ну и как получать? Как получать суб- и супермартингалы? Ну, по неравенству Йенсена, вот пример. Пусть есть выпуклая функция, ожидание f от xn конечно, значит, если xn мартингал, тогда f от xn субмартингал. Ну, доказательство в качестве упражнения, ну, здесь что здесь, просто неравенство Йенсена написать. Ожидание f от xn при условии g от n будет больше или равно, чем f от ожидания xn при условии gn, сейчас я неправильно сказал, значит, ожидание f от xn при условии fn минус 1 будет больше или равно, чем f ожидание xn при условии fn минус 1. Теперь внутри этой f мы скажем, что ожидание xn при условии xn минус 1 это xn минус 1. И получаем неравенство. Ну так, в уме это можно сообразить. Это, ну, если напишите, это будет действительно легко доказать. Если xn субмартингал, ну, надо еще дополнительно потребовать, чтобы fn не убывало. Потому что, когда мы воспользуемся неравенством Йенсена, у нас будет f от xn при условии fn минус 1, и мы можем сказать, что это только то, что внутри, больше или равно, чем xn минус 1. Поэтому нужна неубываемость, чтобы сохранилось это неравенство.
Вот тогда F от xn субмартингала. Значит, для супермартингала, ну, наоборот, надо взять все. Нужно взять вогнутые функции. Так, ну, на этом все. Пожалуйста. Вопросы какие-нибудь? Можно уточнить? Почему не сходится? Нет, а здесь это не важно. Просто у вас есть какая-то случайная последовательность цен. Ну вот, значит, что предполагается? Вот самый простой случай, самая простая модель у вас такая. Вот у вас есть одна акция и есть у вас банковский счет. Тогда, значит, пусть по банковскому счету у вас процентная ставка 0. То есть вы там просто можете держать деньги, и с ними ничего не будет. Их стоимость никак не изменяется. Тогда вот, ну, чтобы задать как бы вот вашу стратегию, вам нужно просто в каждый момент сказать, сколько акций вы держите. То есть вы вот все деньги, которые у вас есть в каждый момент времени, вы на них покупаете акции, а все, что остается, вы кладете в банк. Может так получиться, что вы покупаете акции на большую сумму, чем у вас денег есть, тогда значит вы в банке должны занять деньги. Тогда изменение стоимости вот этого вашего капитала, поскольку то, что у вас лежит в банке, оно никак стоимость не изменит. Вот стоимость изменит только акция. И поэтому можно написать, что вот вы сначала начинаете, у вас начальный капитал x0. Потом до момента времени 1. Стоимость изменится так. Вот количество акций, которые вы купили в момент времени 0, оно с индексом 1, но покупается в момент времени 0. Это просто такая традиция обозначений. И удобная традиция. И на стоимость, на изменение стоимости m0 минус. Ну и плюс и так далее. Здесь нам совершенно не важно, какую структуру имеет последовательность цен. Вот мы можем записать вот такое вот равенство. Ну и да, там H2, M2, минус M1. Не обязательно считать, что M это мартингал. Просто любая случайная последовательность. А вот дальше, почему это имеет отношение к мартингалам? Потому что говорится, что вот если выполнено так называемое условие отсутствия арбитража. Это такое экономическое условие, которое так интуитивно означает, что нельзя делать деньги из ничего. Тогда вот на вашем исходном вероятностном пространстве, которое было омега FP, можно определить новую вероятностную меру Q. И если по мере P у вас M была какой-то произвольной последовательностью, то по мере Q M является мартингалом. И тогда по новой мере процесс вашего капитала является мартингальным преобразованием. Ну и при некоторых условиях он является тоже мартингалом. Ну, например, вот при этом условии, или можно написать чуть менее ограничительные условия. А если это мартингал, то ну, некоторые вещи становятся просто вычислять. Например, значит, сколько будет стоить, какая будет ожидаемая стоимость вашего портфеля в момент времени n большое, если это мартингал. Такая же, как в начальный момент времени. И это вот нужно, например, ну вот так называемая задача хеджирование. Вот вам нужно в момент времени n большое получить заранее известную сумму. Ну, например, чтобы ее по какому-то контракту выплатить. То есть вы хотите найти какую-то стратегию, которая сдается последовательностью h, такую, что ваш капитал в последний момент времени равен почти, наверное, заданному значению y. Если это можно сделать, если такая последовательность существует, ну, это отдельное условие, когда она существует, когда не существует, если она существует, то какая будет начальная стоимость этого вашего портфеля, начальный капитал, который вам нужно иметь? Вот это будет x0, мы знаем, что x0 это будет ожидание xn, поскольку это мартингал, а это равно ожиданию y. То есть если вы знаете случайную величину, которую вам нужно получить,
Вы должны посчитать ее ожидания по этой, по новой мере. И вы знаете, сколько вам вначале денег нужно иметь. Например, какая величина, ну, какой стандартный пример, опционы есть стандартный пример. Нужно получить стоимость акции минус разность от какой-то величины, от барьера, от К. Ну вот на этом это, там, вот, много чего основано здесь. Ну, может быть, там ближе к концу курса, если у нас останется время, поговорим об этом, о применениях. Так, еще вопрос. Может, в Zoom у кого-то есть вопрос? Ну, все тогда. Все на сегодня. Спасибо.